у меня, скорее всего, накрылся зажигание брюшко-блок. Штатную проводку сервисную, рукожопу еще прошлому владельцу все вырезали к хренам собачьим. Вот, сейчас будем разбираться, как греться. И кидать 6 новых проводов. Занятие, конечно, скучное. Тут вот кину для проверки волговское зажигание. Нормально работает, единственный минус только на высоких оборотах. Получается слишком позднее зажигание и греется труба выхлопная. Так, нам нужны будут в этой косе найти черный провод. Видно. Поехали дальше резать. Да, в руки мы, конечно, насрать тем сервисменам. Тут имеем провод генератора перепутанный. Тут все по-русски. Так, нашли, вот есть черный провод, нашелся. Скрутка его, как раз замка зажигания. Да, наделано тут делов. Фишки расцепить. Тут местами замутано все изолентой.